К этому времени завершили работу участки республиканского референдума в Японии и Южной Корее. Напомню, что голосование проходило в здании посольств Казахстана. Первая в Сеуле проголосовала Камила Маутова, находящаяся в командировке в Южной Корее. По словам председателя участковой комиссии референдума в Южной Корее Жанбулата Мурзалина, в голосовании активно участвовали студенты и работающая молодежь. 140 граждан, включенных в список, проголосовали 95%. Я хотел бы отметить активность двух молодых людей, которым недавно исполнилось 18 лет. Кроме того, проголосовали казахстанские врачи больницы Сеульского национального университета. Участки закрылись также в Китае. По данным, на 8 часов вечера по местному времени в Пекине, Гонконге и Шанхае проголосовали 320 граждан Казахстана. Большинство из них студенты. Свой голос отдали также наши дипломаты, представители нацкомпании, туристы и граждане, находящиеся в деловых поездках.